Лучшее предложение только сегодняшнего дня. Наша любимая легенда. Легенда «Испанский танец». Коллекция, которая сегодня идет со скидкой 41%. На один день они возвращаются по цене прошлого года, потому что было распродано более 10 тысяч пар. В прошлый раз не хватило всем желающим. Это роскошная легенда из натуральной кожи с тиснением под крокодила. Это ваш статус, безупречный вкус. Вы дарите впечатление всем яркой и изысканной женщине. Внимание, цена снижена, 41% у нас с вами сегодня скидка. И мы знаем с вами, что бренд марка представлен только у нас. Из года в год предприятия холдинга становятся лауреатами конкурсов «Лучшие товары Республики Беларусь». Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации. Марка – одна из самых крупных производителей обуви среди стран СНГ. И, конечно, представляет ее яркий, эпатажный, красивый, изысканный, самый модный стилист-эксперт телеканала «Шоп-н-шоу», который еще вчера наряжал женщин в Краснодаре, наших телезрительниц. Да, а сегодня уже, ваш. Как говорится, с самолета на прямой эфир. И я сегодня с вами. Доброе утро, добрый день. Давайте оставайтесь с нами, потому что нашу жизнь нужно танцевать. А не просто проживать ее скучно. Это да. Ну, смотри, Микол, мне очень нравится бренд марка. 4 цвета и цвета именно драгоценных камней. Сапфир, да. Синий цвет. Сапфировый, красивый оттенок. Синий цвет, главный цвет этого сезона. Красивое тиснение под крокодила усиливается именно в таком оттенке. А красивый древесный лак позволяет ему блестеть, как натертым маслом. Бордовый оттенок, такая запеченная вишня, да, может быть, даже такое, знаете, немножко оттенок какого-то бургундского вина, почему бы себе не позволить. На десертик мы можем выбрать с вами вот такой красивый коричневый шоколад, под тон многих драгоценных камней, таких как, наверное, янтарь, и, безусловно, черный цвет, если вы любите классику. Если вы любите твидовые фактуры, жемчуг в стиле Шанель, то выбирайте для себя черную модель. Так, а скажи сразу, как нужно выбирать правильно именно испанский танец? Испанский танец, линейка 2XL, 10-я полнота плюс, то есть она с расширением до 13-й, для самой проблемной формы ножки и, безусловно, для тех, у кого ее нет. От 36 по 41 выбираем размер в размер. Данная линейка у нас с вами представлена в 2XL, что обеспечивает как раз-таки полноразмерность для российской стопы. Ну смотри, как правило, когда мы приходим в магазин, да, в торговый центр, мы приобретаем туфли, мы думаем, так, или они будут удобные, или они будут красивые. Как правило, два в одном, вот эта гармония, она редко где встречается. С коллекцией от бренда марка «Испанский танец» такого не будет. Вы знаете, я надела, девчонки, вот мы делились впечатлениями, что нам очень приятно. То есть представляете, что такое удовольствие носить туфельки на каблуках? Вот расскажи, за счет чего? Здесь же немецкие технологи поработали, да? Здесь за счет того, что у нас выделка кожи идет, плюс ее полнотная группа, вот, которая действительно уже идет с расширением. Плюс смотрите, у нас абсоюзка с вами идет по краю для высокого подъема вот с такими ложбинками, да, или как у юбки шлицы, что и обеспечивает именно удобное и комфортное ношение. У меня сейчас в руках уже заряженная пара обуви. Обратите внимание, делаем полуобхват замера 15 сантиметров. Мы с вами видим, да? Но я уже добавил сюда расширитель для обуви, для того, чтобы продемонстрировать, как они увеличиваются с движением нашей стопы. Вот вы надели с утра, например, обувь, у вас обхват полуобхват 15, вы ходите, двигаетесь, вечером вы еще успеете после офиса, например, пойти потанцевать или прогуляться по парку, ножка начинает потихонечку увеличиваться, расплываться в течение дня, может быть, солененького поели, конечно, водички попили больше. Вот она у нас с вами растягивается, наша полнота начинает увеличиваться, обратите внимание, ширина уже на 1 сантиметр поднялась. Класс. Я прокручиваю дальше, максимально вывожу ее до 13-й. Вот и у нас с вами, смотрите, обратите внимание, сейчас вот прямо вот чтобы... Чуть-чуть еще вот здесь, так, держим, до точности. Вот они. Два сантиметра, полтора мы с вами получаем. То есть обувь у нас движется, она с нами работает. И обратите внимание... Так, сейчас я попытаюсь его оттуда. Давай. Вот она, смотрите. Туфелька наша, и вот она форма ножки. Класс. То есть смотрите.
Вот посмотрите, и мне нравится, что она тут же пришла в форму, да. Никол. Потому да, что вот за счет того, что именно... выделка кожи, угу. И лак вообще всегда держит форму. Так, свою. Внимание, ловите момент, представляете, туфельки на каблуках. Кстати, мне нравится, что вот от этих туфель, я в них часто работаю в прямых эфирах, от них ни в коем случае не болит спина, да? Вот что значит правильная форма каблука, Микол? Правильная форма каблука обеспечивает нам, смотрите, если высокий каблук, то у нас с вами нагрузка вся идет на мысочную часть. Возникают вот такие вот разнообразные молотообразные или пальцы-колотушки, да, то есть мы деформацию ногтей. 5,5-4 сантиметра каблук – это подтверждение ортопедами, что можно носить все 24 часа. Кстати, бренд марка и туфли «Испанский танец» это подтверждает. То, что в этих туфлях не просто можно стоять на светском рауте с бокалом шампанского, в них можно танцевать пасодобль, можно танцевать испанские танцы. Быть более динамичной позволит себе раскрыться и раскрыть свое тело именно в танце. Ой, как мне нравится. Смотрите, как на ножке они сидят. Идеально! Но самое главное, знаешь, еще не то, что они удобные, но то, что они еще и красивые. Это безопасная дистанционная покупка. Обязательно оплачивайте заказ банковской картой и получайте 5% от 3000 рублей дополнительно еще скидку. Но все-таки, Микола, лак, лаковые туфли – это всегда красиво, но очень часто у нас остаются царапины, потому что не все мы ездим на автомобиле, мы живем, мы не хотим, знаете, один раз в год надеть такие туфли. Если носить их часто… Не будут ли они с царапинами? Вот расскажи, как себя лак натурально. Я бы сказал бы ключевое слово, Лена, было раньше. Мы стирали, мы царапали обувь, мы перестаем это делать. Смотрите, интенсивно делаю трение между собой. Причем, смотрите, не щади, а прям вы даже слышите, да? Как? Смотрите, лаковая фактура остается на месте. То есть она блестит, она остается такой же лаковой. Даже не деформировался рисунок, не повело. Это говорит о чем? О том, что бренд марка действительно делает качественное изделие для повседневной жизни и танцев от 36 по 41. Итак, внимание, покупайте нашу легенду, благодаря которой уже более 1500 телезрителей пришли к нам на телеканал. Сегодня цена менее 3500 рублей. Одна покупка минимум на 10 лет.